Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Condemned 2, мы находимся все так же на этом Лейк, то есть на Черном озере. В предыдущей серии мы обезвреживали детонаторы, которые были, вернее, взрывные устройства, которые были прикреплены к детонатору, установленному на дверях в библиотеку Ван Хорна. Там, судя по всему, все ответы на наши вопросы, и сейчас нам нужно возвращаться, идти вниз туда, спускаться, да, собственно, посмотреть, что это нам в итоге все даст. История начинает закручиваться, какая-то тайная организация пытается нам помешать, или не тайная организация, но, короче говоря, они, SCU под их контролем, и Розу они допрашивают на предмет связи с Итаном, мол, помогаешь ему, нет? Она говорит, нет, отрицает, но понятное дело, что долго она так врать не сможет. Короче, много всего непонятного происходит. Но наш бомжарик, я думаю, докопается до истины. Так, все вроде. Давайте посмотрим, что же происходит. Так, вроде спокойно, новых не понабежало за это время. Так, теперь. Роза, я около детонатора. Отчет идет. Так, опиши мне его быстро. Есть несколько возможных конфигураций. Так, номер, количество канистр. Две канистры. Провода. Два длинных, один короткий. Или три длинных. Нет, вроде два, да? Два длинных, один короткий. Клавиатура. На клавиатуре у нас 16 кнопок. Что еще? Мигающие значки. Раз, два, три. Ой! Офигеть, блин, ты. Да что ж такое? Ну вот, блин, эту игру охотно просто вот сделать из нее человека, поставить его просто перед собой, так от души ему ответить за все, что она со мной творит. Где-нибудь кто-нибудь видит отчет? Нет, какого хрена? Меня же, блин. Так, два. Так, 16, 3, да? Так, 2 тут и 3 тут. Все хорошо. Так, и что еще? Источник электричества. 12 вольт. Ну да. Хорошо. Давай посмотрим. Я имею в виду, тебе нужно перерезать провод направо, но я не уверена. 50 на 50. Ну давай порежем. Детонатор деактивирован. Что значит? Ты сама была не уверена. А если бы налево пришлось резать? А, понятно, я когда 12 ватт делал, тут еще 120 было. Так, ну ладно, как бы там ни было, все нормально. Библиотека Ван Хорна. Что же она нам несет? Горит огонь, как будто тут недавно кто-то был. А, собственно, тут недавно кто-то и был, эти спецы. Офигеть. И они все уничтожали, да? Блин. Так, что я тут ищу? Ну, конечно же, бухло в первую очередь. Не снимая горлышко, выпьем. Компьютер, скорее всего. Ух ты.
серьезная машинка. Что делает меня особенным? Похоже, это вопрос, на него нужно дать ответ, это будет ответ на пароль. Что делает меня особенным? Фотографическая память, голосовые... Ну, видимо, вот это вот. Здравствуй, Итан. Мое будущее не ясно, я оставлю тебе это сообщение. Я сделал обещание твоим родителям давным-давно, под определенными обстоятельствами, но я должен нарушить свое обещание. Твоя жизнь, реальная правда, никогда не будут открыты. Но времена изменились, и я боюсь, опасность... Блин, быстрее иди вперед, я не успеваю. Ты в опасности, короче говоря, как и я. Когда ты... Да что ж так долго? Когда твои родители... Короче, твоих родителей на них охотились и убили. Твоя личность остается секретной, и только я знаю о твоем существовании. Но... Но уже не важно. Все, что ли? А то, что он сейчас говорит? Они ответственны за смерть моей жены и детей много лет назад. Ой-ой-ой. Короче говоря, я вам попозже объясню, о чем он говорил. Но в итоге эта организация Оро, она стоит, что-то очень мутное происходит. Да блин, ай-яй-яй-яй. Шутер может быть... Достаточно напряжно. Давай, хватай! Хватай быстрее, давай! Ой, ребята! Так вот, значит, горлом под кого был. Ой-ой-ой, с дробовиков вот этого вот точно мне не нужно. Так, ребята. Блин, да сколько вас тут, ёлы-палы? Вон еще спрыгивает, идет. Ну ладно. Шутер, конечно, увлекательный. Враги просто стоят на месте. Да, ёлы. Да получи, запарил уже. Хватает эту пушку, ну хватает ее, она тоже такая же, да? Да, блин, мне хана. Ох, офигеть. Томас, лезь. Блин, да меня убьют сейчас. Леру, это ты что ли? Да подожди ты, блин, меня убьют сейчас. Ой-ой-ой, все, хана, да? Хана, да? Ну давай быстрее, давай, 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 давай. Ух. Ушел. Агенты Дорланда везде. Я боюсь выйти из лаборатории. Если они найдут, что я тебе помогаю, я не знаю, что они сделают. А что насчет Феррелла? Никто не знает, где он. Он просто исчез. Прямо сейчас Дорланд и его агенты действуют, как будто ничего обычного не произошло. Комиссионер здесь...
И они действуют как... Короче, они здорово, но как старые друзья. Что происходит вообще? Прости, я просто волнуюсь, что что-то плохое, мне кажется, случится. Я уверен, что есть оправдание всему этому. Объяснение. Почему комиссионер там? Возможно, они нашли его. О, взорвали полностью. Нашли кого? Сериал-убийцу Икс. Похоже, что SKX может нам помочь. Поговори с ним. Спроси, почему все это происходит. Если ему есть что сказать, я из него это выбью. Там люди Дорланда. Оставь это мне, Роза. Я с этим справлюсь. Откуда я знаю, что ты с Дорландом не работаешь? Я от этого урода больше приказа не принимаю. Леру единственный агент, которому я могу доверять. Больше никого. Мы сами по себе. Круто, чё? Блин, крутой сюжет повернулся. Неожиданно. Новый апгрейд. Стальные вставки в ботинки. Хорошо. Короче говоря, эта организация как-то, блин, это все довольно-таки нехило завернулось. Ван Хорн со своим племянником тоже завязаны были, оказывается. И в первой части все, что происходило с этими Ору, связано. Ну да ладно. Они держат его в автобусе. Нужно быстро действовать, пока его в ICU не забрали. Я привлеку их внимание, а ты проникни туда. А что насчет парня внутри? Ну тут сам решай. Что бы ни сделал, делай тихо. Ладно. Стелсы, говорите, элемент. Ну ладно. Серийный убийца X. Как он выжил вообще? Блин, я же ему, я вспомнил, я говорил, что я вроде не убивал. Я его в конце первой части самолично пулю всадил в морду. А он живой. Обалдеть. Блин, еще бы игра грузилась быстрее, и в ней не было бы таких шероховатостей диких. В куче разных моментов. О, прогрузки дикие. Так, мне похоже как-то вот так нужно, что ли. Тихо, тихо. Ты что здесь делаешь, агент? Я рядом был. Подумал, что смогу посмотреть на агента SKX. Ой, на агента. Ничего не несу. Я все правильно делаю, нет? Да пролезай ты, мать твою. Так, ладно, что мне остается тогда? Мне что, потихоньку выносить их? Как-то это странно было. Так, 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 так. Хорош. Тут и с анимацией получше было. Так, остался ты. Черт. Да, говорит, ну ты пробрался в автобус. Это ты? Ты же вроде волосатый был. Алло, гараж. Зачем ты убил своего дядю? Он отказался кооперировать. Он сам это на себя навлек.
А что насчет мэра? Ты убил ее по той же причине? Господи! Как пальчик? Скучаешь? Думаешь обо мне, когда чешешься? Я каждый раз, когда в зеркало смотрю, думаю о тебе. Ты смотри, у него полморды вниз. Отвечай на вопрос, ты тупой ублюдок. Или эти пальцы, которые остались, сожмутся вокруг твоей шеи. Отвечай. Какая мощь. Ора? Конечно, Ора. Зачем убил Ван Хорна и мэра? Их тела были... Короче, это было необходимо. Фанатичная херь какая-то. Ора, кто они? Где я могу их найти? Мистер Томас, нам нужно отсюда быстро убираться. Ох, твою. Глушанул, похоже. Приехали. Короче говоря, тела Ван Хорна и мэра, по его словам, были одержимы Оро. Что бы это могло значить? Он вообще, по-моему, с катушек слетел. Как-то он совершенно выглядит. Как что Итан Томас, что серийный убийца X. Выглядит совершенно не так, как они выглядели. Леру, ты где? За ним давай быстрей. Я буду в порядке. Ну, я надеюсь. Я заберу твою винтовку, ладно? Если что, отбивайся от них матом. Хрена себе ты бегаешь. Так, ладно. Твою мать. Так, у нас теперь перестрелки будут, что ли? Я, честно говоря, не очень рад. Да дохни ты, что ли? Давай. Так, за барную стойку, дорогуша. Самострел какой-то странный. Так, ладно. Да где он тут поблизости? Где-то там за дверью, короче говоря. Ладно, надо быть осторожным, мы будем надеяться, что не так много людей будет с огнестрелом, и лучше, по-моему, все-таки в ближнем бою драться. Это в этой игре делать гораздо интереснее. Ох, твой... Страйк. Да хорэ, ну что ж вы творите? Тот ёлок. Нахрен прицелишься. Живой еще что ли? Так, ладно. Это не самострел, похоже, это нормальный пистолет с глушителем. Ну ладно, не суть важно. Это кто такой-то? Неважно. Заброшенный боулинг. 100 лет боулинг не играл. Итан, прием. Леру не отвечает, что происходит? Леру поранен. Это тут ублюдок SKX убежал. Что? Я пошлю помощь.
Не дай Скейксу убежать. Какую помощь ты пошлешь, если нас трое всего и мы под прикрытием, как бы, или как это назвать? Короче говоря, вне закона. Шампусик. Я уж думал, я его попью. Ну ладно. Тихо. Да, блин, как я не попал. Подожди, доставай, пожалуйста, пистолета. Так из... Да. Так, ладно. С пистолета у нас не особо хорошо получилось. Зато в боулинг поиграем. Короче, в самый центр проблем мы залетели. Как раз где самые такие беспорядки, и тут мы отлично. Манекены, кстати, всего один раз за игру встретились, и чуть-чуть только мы их увидели. С одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, что это было вообще? Такой, как флешбэк. Типа, помнишь, Артур, с чего пошла твоя нелюбовь к манекенам? Вообще, конечно, она пошла с Nightmare House. Но там манекены были именно скопированы с Condemned, один в один. И Nightmare House второй вышел позже Condemned первого. И вообще там столько отсылок и к Фиру, и к Condemned, ко всем играм Монолита. Короче говоря, отсюда все пошло. Да, блин. Подождите, ребята. Вы вроде не такие агрессивные, да? Да что там происходит-то, ёлы-палы? Чё у тебя с лицом, ёпкарма-бабай? Чё за жуть ты, а? И ты первый из них, ох, сколько вас тут, который я трогать не хочу. Подожди, там агрессивный. Да. Это как же вашу... Офигеть. Баги. Как тут драться, я уже забыл. О, ребят, полный набор. Давай, давай, молодцы, давай, давай, давай. Нас один кидал. Кидалку вырвали, он перестал. Да что ж ты короткий-то такой, а? Ой, бляха, ёкарный бабай, какой кошмар. Так, ладно. Давай мы с тобой поиграем. Да, мы с тобой явно не поиграем. Видеоигры. Фу, какой кошмар. Ты живой еще, что ли? Нет.
Да блин, Бутылка выдержала удар, кегли, да? Так, тихо, дружок, тихо. Нравится? Фу, что за забагованная серия? Какой-то кошмар творится. Что там по времени-то, кстати говоря, у нас? По времени нормально. Еще минут 10 есть. Уф, ладно, так. Здесь в основном, короче говоря, у нас просто экшен. Просто экшен идет. Никакого хоррора. Это уже не так пугает. Это уже привычно все. Ладно. Возможно, сейчас меня и убьют. Да чё я не попадаю-то? Да ёкарный же бабай, ёлы-палы. Так. Ах, блин, я не успел в него кинуть. Да, это может быть напряжно. Так, ладно. Да сдохни ты, ёлы-палы. Фу, так. Нужно взять что покрепче и идти к тому мстить, потому что он меня уже два раза убил. Ну, я это вырежу, наверное, поэтому вы только один раз увидите. Ну, в принципе, ладно, давайте с этим пойдем. Только как бы она не разломалась прямо в руках, потому что она уже довольно-таки в плачевном состоянии. Он какой-то... Офигеть! У него удары то... Слишком быстрые, то слишком медленные. Офигеть. Да блин, он меня просто убивает. Да неужто ты наконец-то отъехал? Ой, дружок, как давно я этого ждал. Все, молодца. Блин, вот ты этого заслуживаешь в полной мере. Так, теперь. Здесь у нас что? Блин, я пролезть не могу, что ли? Шотган, шотган, хорошо. Так, ладно. Вроде нормально, да? Теперь дальше тут я еще не был. Тут наверняка опять часто меня выбежит дофигища. Че там, анкл? Дядя, то есть. Rosa, I found some sort of list. Я нашел какие-то листочки. Подожди. Один из людей Дорлан только что прошел. Okay, give me the details. Так, давай детали. Имя для дяди. Ван Хорн. Имя для мэра. А мэра, как у нас фамилия-то была? Марс? Нет, Марс это фамилия Итана. Ну, Феррелл тогда, наверное. А, нет, подожди, нет. Как-нибудь могу отменить? Так, имя дяди. Ван Хорн. Имя мэра. А, имя директора Феррелл. Имя мага. Кто такой маг? Неизвестно. Блин, подожди, почему я не могу отменить? Имя мэра.
Ну, тут его нету, как бы. Поэтому давайте... Вот так, что ли? Ну, ладно. Странное собрание имен. Я разберусь, попробую. Я знаю, что ты ищешь. Он пошел туда. Так, ну пойдем. Так, что еще описать? А, у нас тут, блин, голова выкатилась. Офигеть. Так это, блин, офигеть. Женская голова. Это голова мэра, да? Что еще от меня требуется? Это голова. Сумка. Что за сумка? Это сумка для боулинга, по-моему, да? Как раз шары для боулинга носить. Хорошо. Содержание заполнено кровью. Владелец сумки SKX. Скорее всего, потому что тут X. Все верно. Больной ублюдок. Судя по твоим... Похоже, он использовал эту сумку, чтобы таскать голову. Сфотографирую, возможно, я смогу установить личность. Это мэр, по-любому. Так. Отличная работа. 100 раз это лицо видел на телевизоре. Мэр Рэйчел Марс. Это похоже его центр, отсюда он все вылазки совершал. Так вот, чья фамилия Марс была. Так, а в какой игре тогда Итан Марс? Блин, я что-то загнался. Итан Марс, тоже знакомая же. Ладно, сейчас у меня уже голова квадратная, поэтому не так важно. Так, я тут пролезу, нет? Фу, так. Я думаю, это прекрасный момент, чтобы завершить серию. В следующий пойдем дальше пробираться по этому боулингу непонятному. Могу сказать, что игра одновременно и радует, и временами разочаровывает, потому что мне пришлось драться по 3 раза с этим непонятным бойцом, он какой-то каратист, что ли. Хрен поймешь, его анимация у всех длинная, у него короткие, непонятно как-то бьет. Но в целом игра крутая. Вот, блин, несмотря на некоторые разочаровывающие моменты, это достойный продолжатель дела первого Condemned, мне пока что практически все нравится. Надеюсь, вам также. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур, всего хорошего. Пока-пока-пока.